сделать там красивый мир, иначе всех будет тормозить. Age of Conan это доказали. Сказали, мы сделаем самую красивую игру. И такая, да когда это был твой Age of Conan? Схлоп. Блядь. Нет, это просто после этого когда никто не делает красивых ММО-игр, потому что зачем? TES Online. TES Online? Да. Да? Да. Кстати, вполне. Да? Да. Да? Да, блядь. TES Online очень красивая. Я причем ее запустил на своем ноутбуке, выключив все вообще нахер. У меня все было серо-зеленое, не было текстуры, все равно было нормально. Мы просто Heroes of the Storm у Виктора запускали. Так же было. Но...